Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Надеюсь, звуки вокруг не помешают. Пока Дениска моет машину, я решила быстренько записать, куда мы пропали, потому что мы теперь королева, король, принц и принцесса. В общем, у нас был ковид. Я хочу вам рассказать о нашем опыте, как мы это переболели, какие были опыты с лечением. Ну, в общем, начну по порядку. Сын у нас заболел первым. У него в понедельник, он еще был в школе, было уже 2 позитивных ребенка. Один сидел рядом с ним, а другой перед ним. И он уже начал немного жаловаться на горло. А во вторник он утром проснулся, пришел вниз, начал как бы поплакивать, что, ну, ему нехорошо. В школу не может идти. Остался он, конечно, дома. Ну, я сразу на ковид как-то не думала, честно. Ну, всякие болезни бывают, не только ковид теперь. В общем, он провалялся. У него температура, правда, немножко поднялась. Невысокая. 37-37,5, так вот у него была температура повышенная. Но он ничего не жаловался, он просто весь день спал. Мы как раз в этот день, у меня был свободный день, у Дениски была вторая смена. И мы съездили, закупились. Сразу уже как-то немножко так, с таким намерением, что если вдруг ковид, тогда мы ведь будем на карантине, и чтобы всего достаточно, дома уже было. Потом мы приехали, сделали быстрый тест, и он у него оказался, правда, позитивным. Мы даже повторный тест сделали, и он тоже был позитивным. Время было как раз обед. У нас с 12 до 3 было, ну, ничего недоступно. Детский врач недоступный до 3. Тест штационен с 4. В общем, я выжидала время, когда я вообще могу куда-то обратиться. Проверила в интернете информацию, что вообще нам делать. Может ли нам вообще еще куда-то ходить, или теперь всем надо сидеть дома. Но информация такая стояла, что пока миссия не будет подтвержденный ПЦР-тест, мы свободные люди. Только получается сын, что он болеет, он должен быть дома. Дениска ушел на работу. Я время этого дождалась, начала звонить. До детского врача у нас дозвониться невозможно. Все вместе я звонила 40 раз. И у них всегда было занято. Это во-первых. Во-вторых, ой, теперь громко стучит. Так как я не могла дозвониться до детского врача, я между делом пыталась дозвониться просто на какие-нибудь тесты штационно. Но куда я не обращалась, меня всегда посылали дальше. В одном мне сказали, что они ПЦР-тесты не делают. В другом меня спросили, есть ли у него какие-нибудь симптомы. А так как у него есть, нас тоже и туда не приняли. В общем, есть такие горячие точки, как сказать, я уже забыла, как это называлось, по-моему, Schwerpunkt Ärzte или что-то такое.
В общем, есть врачи, которые, если у тебя позитивный тест был, принимают, чтобы сделать ПЦР-тест. Туда я тоже звонила. Ну, там не очень такие приветливые сидели люди и с таким... Нет, мы не успеваем, обращайтесь к детскому врачу. Ну, в общем, до детского врача я 1,5 часа звонила. И через 1,5 часа они закрываются. Я Дэвиду говорю, садись, Дэвид, в машину, поехали сразу к врачу тогда. Мы приехали, вот как раз примерно там 20 минут до закрытия. Я зашла одна, конечно, Дэвида оставила пока в машине. Сказала, какая у нас ситуация. Но нам сказали, что тесты они делают, проводят утром. Назначили нам время. Попросили приехать на следующий день в 11 часов. Хорошо. Мы, получается, дальше свободные люди. Потому что тест мы сделали в среду утром, а результат мы получили только в четверг после обеда. Дениска еще в среду сходил тоже на работу, ну, потому что, знаете сами, по-другому никак. Он, в общем, там сильно и не контачит ни с кем. А детей, девочек, я сразу уже в среду оставила дома. Это как называется фрайвиллиг и карантина. Вообще-то им еще не надо было, но мы решили оставить их сразу дома. Потому что, ну кто знает, все равно могут перенести чего-нибудь. Ну, тест у Дэвида был позитивный. В четверг заболеваю и я. Я такая, короче... Это нормально, я все собираю, хоть и принимаю витамины, и заранее уже о витаминах всегда думала, и все. Но мне недолго заболеть. В четверг тоже поднялась у меня температура. А, хотела еще сказать, Дэвид провалялся весь день, он не брал никакие медикаменты, ни от температуры, ни от чего. Он просто отлежался, он не плакал, ничего вообще. Он просто отлежался, и на второй день он уже танцевал от радости, потому что он теперь свободный будет. Вот это, знаете, и смех, и грех, потому что дети теперь, правда, радуются, если они наконец-то переболели, что они будут свободные люди, что он уже начал радоваться, куда ему опять можно, что он может в айс-халле и всякое такое. Это вообще... Даже вот жалко. Сердце кровью обливается. Ну, в общем, в четверг у меня температура поднялась. Горло у меня тоже чесалось день до этого, но у меня это как бы... частое явление, поэтому я на это шибко не обращаю внимания. Но в четверг у меня тоже поднялась температура. У меня доходило до 38. Было очень плохо. Ну, болеть это никогда не хорошо, да. В общем, тоже у меня сильно раскалывалась голова. Я терпела буквально весь день. Тоже спала, лежала на диване, но на ночь я уже все-таки выпила таблетку, чтобы сбить температуру и головные боли, потому что доходила до рвоты. Ну, меня не рвало, но доходило уже до этого чувства, и поэтому я выпила таблетку. Ночь была более-менее нормальная. На следующий день... Температура уже была ниже, но все-таки была. И у меня на вторую ночь вечером началось, что у меня сильно болели как-то так верхняя часть ляшек. Я думала, это просто потому, что я не привыкла так много лежать. Это было, ну, тяжело. И не могла, в общем, понять, в чем дело.
легла спать потом уже на ночь, и ночью эти боли все сильнее и сильнее вставали. В общем, спать я не могла, я мучилась до утра, я не могла понять, в чем это, в общем, дело так. Я даже не знала, что это такое глида шмерцы. И я потом уже к утру начала все-таки искать информацию, что такое глида шмерцы. И нашла, что это правда могут и мышцы болеть. Ну и уже вот в 4 утра я выпила таблетку. Оно быстро успокоилось, и я наконец-то немножко поспала. Ну, это были вот два самые такие тяжелые дни. А потом уже осталось просто насморк и кашель, как обычная простуда. Мы сидели с четверга, конечно, все дома. Дениска тоже потом ушел с работы на карантин, потому что Дэвид подтвердился позитивным. Мой врач меня приняла в пятницу. Получается, я свой ПЦР-тест сделала в пятницу, когда у меня уже немножко как бы легче было. Ну, температура не такая высокая уже была. А, еще хотела сказать, я делала тоже быстрые тесты дома, 4 штуки, и они все показали негативно. Так что у меня не подтверждалось, что у меня ковид. Но ПЦР-тест подтвердил, что у меня ковид. А что я еще хотела сказать, забыла, что Дэвида врачи, они ведь даже не звали на обследование или как-то так. Они просто узнали, какие симптомы, записали, назначили время, и тест проводился на улице. Так что к детскому врачу мы даже и не попали. Тест сделали на улице, и все, и отправили домой. Я это судить не собираюсь, потому что это каждый человек по-разному переносит, Ну, каждому человеку другое важное. Кому-то важно, чтобы его отправили домой с чемоданом таблеток, а мы, наоборот, избегаем этого, мы стараемся как только меньше принимать медикаментов. Поэтому это так было нормально. Для самых страшных случаев у нас свои методы, или ну, также сбить температуру и так далее, у нас все есть. Мой ПЦР-тест был готов в субботу, и он подтвердил тоже, что я позитивна. И моя врач даже мне позвонила, спросила, как у меня дела, и ну, немножко так побеседовали, поразговаривали. А она, самое интересное, вот у меня такая врач, она мне не прописывает больничный сразу как-то вот с пятницы до следующей пятницы. Нифига. Она мне прописала больничный до вторника и сказала, ну, если будет хуже, потом созвонимся во вторник, я вам смогу еще раз по телефону прописать дальше. Ну, вообще-то, если у вас симптомов больше не будет, тогда вы на карантине, а не на Krankmeldung. Получается, если б я бы уже была бы здорова во вторник, тогда я должна на карантине сидеть за свой счет. Но так как я работаю из дома, мне бы, конечно, это не обязательно было бы делать, потому что я могла бы из дома дальше работать, карантин, не карантин. Ну вот как с Дэвидом сообщением, что он позитивный, мы, конечно, все сели на карантин. 3 февраля. 3 февраля, да. И что я хотела еще сказать насчет времени. Как вот написано в интернете,
для нас, кто... Не, для нас я не могу сказать, потому что я уже в то время болела, но для тех, кто сам не болеет, получается, для сестренок и для Дениски было так, что карантин 10 дней, но если ты сам не заболел, взрослый имеет право на 7-й день сделать тест. Если он отрицательный, тогда он свободный. Дети имеют право после 5 дней сделать тест. Если он отрицательный, тогда могут идти в школу. Но если ты сам заболеваешь, тогда, конечно, для тебя свой карантин действительный. Поэтому вот у меня как бы начался мой карантин. И эти люди, которые болеют, у них тоже так, что через 10 дней карантин кончается сам, а ты можешь на 7-й день проверить, сходить себя просто на тест, чтобы все он сделает, быстрый тест, и тогда твой карантин тоже заканчивается, если ты негативный. Я чувствую, видео получается уже очень-очень длинное, но я хотела просто вам дорассказать до конца. С воскресенья на понедельник заболела у нас Кейси. У нее ночью уже температура началась. В общем, симптомы у всех одинаковые примерно. Головные боли, температура. После того, как температура кончалась, начиналась немножко кашля у детей, допустим, или насморк, ну и у нас также. Кейси заболела, я в понедельник звоню сразу утром в детский праксис, я дозвонилась наконец-то. И меня самое первое, то, что спросили, это вы делали быстрый тест, и он показал ли позитивный? Потому что только в этом случае они будут делать ПЦР-тест, чтобы проверить. Я им говорю, нет, говорю, мы быстрый тест не делали, но, говорю, вы ведь знаете, потому что с первым ребенком мы ведь уже у них были, я говорю, что у нас сын позитивный, и симптомы у всех одинаковые. И за это время уже и я заболела, и у меня тоже самые симптомы. У меня тест быстрый показывал негативно, но я все равно оказалась позитивной. Ну, она меня выслушала, говорит, давайте тогда сделаем так. Вы сделаете все-таки быстрый тест. И если он позитивный, напишите мне имейл, я вам отвечу, когда вам приехать. Ну, я, короче, мы сделали тест. Он был отрицательный, как и ожидали, потому что у меня то же самое было. Я ей написала все-таки имейл и как бы уже настаивала. Я настаивала, чтобы нам дали термин на ПЦР-тест, потому что у нас, получается, в семье уже есть заболевающие, двое. И это, ну, само собой, что раз симптомы те же самые, значит, и она болеет тем же самым. Нам написали термин, ответили, что типа, ладно, это Ausnahme. И назначили время, это было сразу в этот же день, в понедельник, ей можно было сделать ПЦР-тест. Он, конечно, был позитивный, как мы ожидали. Вообще, ну, мы на это время даже еще и не задумывались об этом, что у Дениски и у Нины, так как они еще не заболели, вообще-то на 10 дней они могли бы уже опять быть свободными, у них карантин кончался. Это я потом уже прочитала, что действительно это так, что карантин передвигается, что у нас опять заболевший дома и опять заболевший. Нет, это не так. Считается с первым заболевшим, и те, кто не болеют, они через 10 дней, правда, это максимально, они свободны. Но мы поняли просто, что заболевание, оно вот так вот, каждые пару дней опять кто-то новый, каждые пару дней опять кто-то новый. И вот Кейси у нас на понедельник заболела, а Дениска опять в четверг. Получается, опять несколько дней прошло, уже четверг, и потом заболевает Дениска.
У него тоже тест был быстрый, негативный. Но его врач принял сразу в четверг. Вот у него температура поднялась, а в четверг его врач сразу в четверг вечером и принял. Получается, он сделал в четверг вечером тест. И результат он получил в субботу утром. И тоже позитивный. Ой. Ну, короче, у нас Нина оказалась самым крепким орешком. Она пока еще не болела. Но ненадолго. Опять с воскресенья на понедельник у нас заболевает Нина. У нее, в принципе, то же самое симптомы, но ее рвало. Вот она единственная у нас была, которую сразу начала рвать. Это то ли от головной боли, то ли от чего ее начала рвать. И та же самая история. Я в понедельник утром опять обращаюсь к детскому врачу. Объясняю ситуацию, сразу даже не стала звонить, я сразу утром рано написала им имейл, что у нас следующий кандидат, что нам надо термин на ПЦР-тест. Еще раз им в кратком все написала, что опять же мы тест не делали, потому что мы вся семья уже переболели, у нас у всех позитивно, так что нам надо тест. И мне потом тоже так же ответили, назначили термин, спросили симптомы и написали опять же, что это Ausnahme, что вообще-то, если у тебя нету позитивного быстрого теста, они на ПЦР-тест не берут. Но теперь уже как бы все почти позади. У Нины была температура один день, на следующий день она у нас уже все опять ожила, прыгала, бегала, и она у нас, можно сказать, единственная, у которой до сих пор, пока вот сейчас суббота, в понедельник она заболела, и у нее до сих пор нету ни кашля, ни соплей, ничего. Теперь мы только выжидаем, чтобы еще ее карантин закончился, потому что ее только в понедельник можно будет проверить быстрым тестом, тогда она тоже свободная. Ну вот так вот, в общем, мы переболели. У врача только были мы с Дениской. Вот для взрослых врач принимает, а для детей у всех, у троих было одинаково. Просто назначили термин. Мы приехали, на улице протестировали и уехали. Не спросили, ни как дела, ни надо ли чего-нибудь выписать, вообще ничего. Это каждому самому решать, нам это и не надо. Я не хочу детей с детства тоже пичкать всякими медикаментами. Есть все-таки русские народные средства, и поэтому для нас это было так нормально. На этом желаем всем здоровья, не болейте, берегите себя и своих близких. До следующего раза. Пока!